Это как раз то, что нам надо. Иви, они злы и готовы драться с висельниками. Это наш шанс. Держись, Лондон. Грачи идут. Проклятый город. Никто не смотрит по сторонам. Да, я тоже заметил. Чертов друт. Так я его не закончу. Лишь Богу известно, где теперь все эти страницы. Что ж, напишу все заново. Захотите послушать историю другую? Ищите меня там, где кипят страсти и подают теплый эль. Удачи! Он какой-то чудной. Это Чарльз Диккенс, мистер Фрей. Он знает в этом городе всех и каждого. На вашем месте я бы постарался не терять его из виду. Тут банда Кейлока. Надо как-то избавиться от них. Не проблема. Вот. Стрелять умеете? Сейчас выясним. Мой экипаж рядом. Так вы сможете сбросить хвост. Увидимся в моей лавке. Нужно увести их от Грина. А вот и проблемы. Их экипажи легко повредить. Кейлок пожалеет. Вернемся к мистеру Грину. Есть, капитан. Как ты упрям. И поэтому возглавлю братство, когда все закончится. Джордж никогда бы так не сделал. То, что осталось от Креда, при тебе умрет навсегда. Любишь ты меня, сестренка. Надеюсь, Грин вернулся без приключений. Ты что, уже соскучилась по нему? А что мы будем делать, если нашего главного информатора убьют? Старика найти нетрудно. Развернем карету и поедем его искать. Хорошо, что командую я. Вот так. Ну давай. Тормози! Уйти удалось? Это еще мягко сказано. Кто они такие? С годами мне удалось установить полезные связи по всему городу. Прекрасно. Тогда мы объединимся. Объединимся? Мы захватим банды Старика и ослабим его. Ты мелко мыслишь. У него под контролем все сферы общества. Нужно сравняться с ним. А, я тебя понял, Иви. Нам нужны грачи. Ты это серьезно? Банда грачи? Кажется, у меня тоже появилась идея. Полиция должна закрывать глаза на наши дела. Там у меня есть союзник, сержант Аберлайн. Говорят, он мастер перевоплощения. Далее. Дети. Дети? Беспризорники. Они просто отличные шпионы. Клара Оди. Да, она очень умна. И еще. Постарайтесь не забыть. Старик не работает один. Все районы в руках его людей. Вы их увидите, я уверен. Рексфорд Кейлок.
известен тем, что может исчезнуть у вас на глазах. Нужно, чтобы он исчез навсегда? Полагаю. Секунду. Тамплиер, он будет вам интересен. Осторожнее. Будет сложно. Да не волнуйся ты за меня, Генри. С парой бандитов я слажу. И каков план, о великий стратег? Ну, это ты фонтанируешь идеями. Банды, драки, костюмы. Вот и давай. Веди нас. Ну, как скажешь. Аберлайн не пришел. Что ж, досадно. Я знаю кое-что про прекрасного джентльмена, которого вы ищете. Вы кто? Бога ради! Вы хотите раскрыть меня? Что? Сержант Аберлайн, к вашим услугам. Полагаю, вы те самые близнецы Фрай. Между тем, я ожидал увидеть полисмена. А я ожидал от вас благоразумия. Генри сказал, вы поможете нам остаться в тени. Договоримся так. Я дам вам имена членов банд, а вы доставите их мне. И тихо. Да, тихо, словно старая дева. Старая дева с усами, похожая на полисмена. Прошу, постарайтесь не выходить за рамки закона. Ради меня. Не надо никого убивать. Подкрадитесь к преступнику. Заставьте его говорить. Затем приведите к моему экипажу.
Заходите посмотреть, что у меня сегодня нового. Some mothers do have them. Пусти меня! Только дай мне повод, и я убью тебя. Эй! Закрой пасть. Видишь клинок? И что я такого натворил? Собирал ренту с тех, кто не должен тебе ни гроша? На помощь! На помощь! Самое место за решеткой. Спасибо. Thank you.
better for having chance to cross you today. Нужно доставить висельникам в целости, без накладок. Грузи динамит. Осторожнее. Слушай, сэр. Это нужно доставить висельникам в целости. Сюда кто-то проник! Надеюсь, ты за все поплатишься. Гоните его! Всего интересного. Здесь все только высшего качества. Заходите ко мне снова. Вот хорошо. Я
Тише. Последний раз говорю. Видимо, он из лохача. То, что надо. Твоя песня спета. Ты за это заплатишь, мразь! Со всеми не справиться! Видимо, он из ловкачей. То, что надо.
Мой наниматель заинтригован, мистер Фрай. О, да, мечтаю с ним встретиться. Но пока сойдешь и ты. Как знаете. Где это мы? Наконец-то мы встретились. Вавилонский переулок. Здесь мы обучаем детей премудростям улиц. Они получают возможность взять собственную судьбу в свои руки. Клара, мистер Грин сказал, мы можем помочь друг другу. В обмен на помощь мы попросим о небольшой услуге. Почему бы и нет? Вы забрали у меня почти все деньги. Можно и об услуге попросить. В городе есть несколько заводов, на которых дети – основная рабочая сила. Эти бедняги часами вкалывают за гроши. Многим вообще не разрешают выходить с завода. Их жизнь ужасна. Вы спасете их. Небольшая услуга? За это мы поделимся информацией. Думаю, она вам понадобится. Эй, подожди-ка! Я спешу навстречу. Ну что, вы согласны? По рукам. Приятно иметь с вами дело. Я предупреждаю! Чёртовы дети! Сэкономишь тут, когда каждую неделю кто-то дохнет! Какого чёрта? He's not very good at hiding, is he? He's mad as a hatter. Черт! He looks like a bloody idiot to me. Тихо, тихо. Спасибо, сэр. Трёпа! Работать! Кто будет болтать, того прикую на ночь к ограде! Stiff as a plank. I'll have to look hard to spot him there. Stone dead.
cold dead. Тише. Я помогу. Вы так добры. Работать! До отгрузки неделя, а мы уже отстаем. He's up to no good. Смотри в оба. Спасибо вам от всей души. Sort of commotion. Oh, может, дойдете?